За 5 месяцев этого года Росреестр по Тюменской области зарегистрировал 134 тысячи сделок. Это на 11% выше показателей прошлого года. Половина сделок ипотечные. Александра Сосновская узнала, можно ли сократить расходы на жилищный кредит уже после его получения. Копейка рубль бережет. Сократить общие расходы на ипотеку можно несколькими способами. При досрочном гашении, к примеру, есть возможность уменьшить срок кредита или размер ежемесячного платежа. Однако, что выгоднее, без помощи финансового специалиста разобраться непросто. Я сколько тоже пробовала сама. Садилась, считала, пересчитывала все эти переплаты, все эти там какие-то там проценты, которые там могут быть еще. Вот, и ну как-то сложновато. Тут надо очень тщательно, потому что это не год, не два, не 5 лет. Я даже не знаю, что буду делать. Просто буду искать человека, который мне сможет помочь. Нужна определенная какая-то информация или знакомые хотя бы каким-то рассказали, что да как. Ипотека под ключ – новое предложение от профессионалов рынка недвижимости. Это 7 сервисных услуг, способных сохранить семейный бюджет. С момента оформления кредита и до его погашения заемщика будет сопровождать персональный менеджер этажей. Он учтет все требования и возможности заявителя. Мы подберем оптимальную ипотечную программу. При этом у клиента будет возможность сэкономить. Каждые полгода мы будем пересматривать график кредита и давать рекомендации по наиболее выгодному гашению кредита. Помимо этого, у клиента будет всегда возможность снизить процентную ставку с помощью рефинансирования, а также сэкономить на страховке. В настоящее время этажи предлагают ипотеку более чем от 25 банков. В 12 из них для клиентов компании есть льготные условия кредитования с выгодой до 1% годовых. В 2 раза дешевле обойдется и страховка. Александра Сосновская, Антон Пригорницкий. Тюменское время.